1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Поделитесь впечатлениями от игры. В целом, что не получилось, почему не удалось не удержать победу? Наверное, сегодня была довольно-таки равная игра. Игра, прежде очередь, за очки. Вот. Забивать два мяча и не выиграть игру, для нас это, наверное, большая роскошь. Поэтому, конечно, мы недовольны результатом, обидно. Значит, надо забивать больше. А что с вами лично в шажочке от хэт-трика остановились? Еще более обидно? Да обидно не то слово, лучше бы вообще этого момента не было. Сегодня, получается, опять стадион Петровский счастливый для вас, тем не менее, все-таки два года. Я не скрывал, что это не чужой город, и тем более на этом стадионе мы обыгрывали всех, поэтому, да, очень приятно было выйти и забить снова. Рано еще, рано. После такой обидной ничьи, насколько трудно настраиваться в дальнейшем на продолжение борьбы за выживание? И вообще, трудно ли? Ну, у нас выхода нет, поэтому будем настраиваться на каждую следующую игру. Сегодня будем болеть «Спартак». Как считаете, вопрос как бывшему игроку «Зениту» после вчерашнего поражения? «Зенит» выбыл из «Золотой дом»? Я, честно, верхнюю таблицу давно уже не смотрел. Спасибо. Спасибо.